Здравствуйте! С вами Киевская школа бардов и я, Дмитрий Долгов. Предлагаю вам сегодня разобрать песенку Вероники Дориной «Я играла с огнем». Эта песня очень несложная, и она как раз будет хорошей находкой тем, кто только начинает играть на гитаре. Обратим внимание на наши руки. Рука правая. Большой палец извлекает поочередно бас. Пятый, шестой, шестой, пятый, шестой, пятый, пятый, четвертый, пятый, четвертый. Еще раз. В это же время первый и второй палец играют на третьей и второй струне. Посмотрите. Теперь в комплексе. Теперь перейдем к левой руке. Здесь у нас всего два аккорда. Первый аккорд ЕМ. Очень простой аккорд. Двумя пальчиками берем. Второй аккорд H7. Не так просто, как первый, но тем не менее тоже несложный. ЕМ. H7. Давайте сыграем и правой, и левой рукой одновременно. Обратите внимание, когда мы играем ЕМ, бас у нас извлекается шестая, пятая, шестая, пятая. Когда мы играем H7, бас извлекается пятая, четвертая, пятая, четвертая. Это потому, что шестая струна не участвует в образовании аккорда H7. Добавим к этому слова.